Одна из экс-участниц телевизионного реалити-шоу «Дом-2» погибла при падении из окна. Девушка упала с большой высоты из окна квартиры, в которую переехала всего пару недель назад. По некоторым данным, она страдала от расставания с возлюбленным. Анастасия Тарасюк скончалась от травм, полученных в результате падения с высоты 19 этажа, сообщает РЕН-ТВ. По данным телеканала, трагедия случилась в квартире в элитном жилом комплексе «Золотые ключи», куда Тарасюк переехала в начале июня. Телеграм-канал 112 утверждает, что девушка страдала от алкогольной зависимости и состояла на учете у нарколога. Канал также сообщает, что данная квартира не принадлежала погибшей. Жилье для девушки якобы снимал состоятельный женатый мужчина. Но ее сложный характер и наличие зависимости от алкоголя быстро свели отношения на нет. Разрыва Настя так и не смогла пережить. Говорится в сообщении канала, Тарасюк принимала участие в телепроекте в 2013 году и провела на съемочной площадке всего 20 дней. По образованию юрист, не так давно подрабатывала в брачном агентстве и в гостинице «Хостес», но теперь хочет найти серьезное место, желательно по специальности, говорилось в профиле девушки на сайте телешоу. Там же указывалось, что несмотря на юный возраст, в 2013-м Тарасюк было всего 19 лет, у нее уже был опыт серьезных отношений с мужчиной старшего возраста. Сообщалось, что возлюбленный был ревнив, отношения закончились, когда в приступе гнева он толкнул девушку и она сломала руку. Как сообщает StarHit, после телепроекта Тарасюк работала в модельном бизнесе, затем начала активность и аккаунт в Instagram, на который подписались несколько тысяч человек. О переезде в новую квартиру она рассказывала своим подписчикам в соцсетях и, как могло показаться из публикаций, была очень счастлива. Фу, переезд — дело непростое, но я это сделала. Осталось только разобрать вещи, гласит подпись к одной из свежих фотографий. Месяцем ранее девушка была на отдыхе в Индонезии. И там, как могло показаться, все тоже было замечательно. Не забудь подписаться на канал.